Ну все, Джиги, я поехал. Ебануться на гранышко. Ёб твою мать. Сразу видно, японцы не умеют класть асфальт. Смотрите. Но это же явные ошибки. Во-первых, не идет дождь или снег. Правильно? Во-вторых, зачем столько людей? Вот, два Петровича бы справились. И в-третьих, зачем они вот кладут и заморачиваются? Вот просто песка навалили, сверху залили и все. Главная ошибка их, вот смотрите, они это делают ночью. Ну кто же делает ночью? Обычно все делают 12 часов дня. Они еще и сразу разметку делают, я не понимаю для чего.